Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Репортер» и я, ее ведущий, Алексей Коноплев. Сегодня расскажу об итогах громкой и трагической истории длиною в год и о том, почему не вся ягода на самарских прилавках полезна. Осторожно, ягода малина. На прилавках страны в целом и Самарской области в частности завелся опасный фрукт. Выращенная в Голландии малина, попав в Россию через посредника из Польши, оказалась зараженной палочками кишечного гриппа. По разным магазинам страны ее развезли почти 17 тонн. Репортер пытался понять, какую в Самаре малину есть можно. Ходить по малину самарцам теперь придется с осторожностью. Тонны спелые, но опасные ягоды развезли по магазинам и ресторанам губернии. Когда специалисты успели разобраться, что малина заражена, ее уже заморозили, расфасовали по тысячам пакетов. Теперь их придется отыскивать и уничтожать сотрудникам магазинов. Мы, в свою очередь, уже написали письма на всем руководителям крупной сети магазинов, которые могут получить эту малину для реализации, в крупную сеть общественного питания также сообщили, разместили на сайте эту информацию. Сегодня опасность съесть не ту ягодку сохраняется, поэтому специалисты советуют приобретать дары лета на специализированных рынках и только маленькими порциями. Но даже в этом случае лакомиться малиной можно только после тщательной обработки. Хотим предупредить всех жителей города Самары, чтобы они внимательно относились к тому, как они покупают продукцию в магазинах. Чтобы они обязательно обращали внимание на производителя. Чтобы они очень внимательно мыли фрукты и овощи. Ну, я бы рекомендовала, наверное, в сезон сбора ягод покупать нашу местную малину, а не замороженную. Первые звонки от самарских розничных сетей уже начали поступать в Роспотребнадзор. Магазины готовы утилизировать ягоды сразу после необходимых экспертиз. Почти год находился в бегах, а теперь рискует сесть. Полицейским удалось задержать главного подозреваемого в убийстве воспитанника самарского хоккея Николая Федяшева. Напомним, перспективному спортсмену в сентябре прошлого года неизвестные ударили ножом в горло. После ранения он скончался. На днях задержанный признался в убийстве. Этот молодой человек признался в убийстве Николая Федяшева практически сразу после того, как полицейские надели на него наручники, объясняя свой поступок тем, что тогда, сентябрьской ночью, не думал о последствиях. Долгие 9 месяцев оперативники потратили на розыск этого главного подозреваемого. Он внезапно исчез и также внезапно появился в Саратове. У нас была его фотография, на которой он был с бородой, с усами и с длинными волосами. Волосы он сбрил. Усы сбрил, все сбрил. Просто по приметам его задержали. Преступник скрывался всеми возможными способами и менял внешность. Как только он понял, что оперативники уже совсем близко подобрались к нему, молодой человек устроил автобусный тур по городам России. Адресом по большей части был не дом или улица. Где вас задержали? В городе Воронеже. Воронеже? Да. Как задержали-то? Где вы там? У кого там были? Квартиру снимали? Скорее всего, снимать жилье ему теперь долго не придется. В ближайшее время судьба задержанного будет решаться в суде. Молодому человеку грозит минимум 10 лет за колючей проволокой. На этом у меня все. Берегите себя. До завтра.